Шеф-повар Максим Григорьев. Винегрет классический. Винегрет относится к холодным закусочным блюдам и является собой очень популярный у нас салат из отварных моркови, свеклы, картофеля, а также соленых огурцов, квашеной капусты и репчатого лука. Заправкой для классического винегрета служит смесь из растительного масла, соли, черного молотого перца и уксуса. Овощи для классического винегрета берутся в примерно одинаковой пропорции. Время приготовления – 50 минут. Ингредиенты. Капуста квашеная 120 грамм рам-рам. Картофель 150 грамм рам. Лук репчатый 100 грамм. Масло подсолнечное рафинированное 5 столовых ложек. Морковь 120 грамм рам-рам. Огурцы соленые 120 грамм рам-рам. Перец черный молотый 0,1 чайная ложка. Свекла 150 грамм рам. Соль 0,1 чайная ложка. Уксус столовый 9% 1 чайная ложка. Шаг 1. Для работы нам понадобится свекла, морковь, картофель, соленые огурцы, квашеная капуста, репчатый лук, подсолнечное масло, соль, черный молотый перец, уксус. Шаг 2. Морковь 120 грамм и картофель 150 грамм отварить в кожуре до готовности. Охладить. Очистить картофель, морковь и лук 100 грамм. Нарезать овощи кубиками. Шаг 3. Соленые огурцы 120 грамм нарезать кубиками. Шаг 4. Свеклу 150 грамм отварить до готовности, охладить, очистить от кожуры, нарезать кубиком и заправить частью подсолнечного масла 2 столовые ложки. Шаг 5. В миске соединить подготовленные овощи. Шаг 6. Добавить квашеную капусту 120 грамм, соль 0,1 чайная ложка, черный молотый перец 0,1 чайная ложка, уксус 1 чайная ложка и перемешать. Шаг 7. Винегрет готов. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.